утро на Елисее. Одни из самых красивых исторических зданий в Красноярске можно увидеть, если прогуляться по основным магистралям города. Но активное строительство первых каменных жилых домов начиналось с целых кварталов. В поисках истории заглянем вглубь одного из таких. Участок между улиц Каратанова 9 января и Мира Ленина стал одним из первых, который заполнился богатыми усадьбами. Именно здесь находится дом Тюрепина, принадлежащий представителям одной из старейших фамилий на Красноярском посаде. Глава семьи и его сыновья были очень уважаемыми людьми. Работали судьями, были купцами, бургомистрами. А старший Иван Михайлович даже городским главой. Именно он выстроил дом. Один из самых старых жилых домов города Красноярска. Дата постройки ориентировочно между 1810 и 1820 годом. Дом построен в стиле эклектика, то есть смешение стилей. На тот момент еще все дома отделывались одинаково, все фасады. Вот здесь мы видим, дом расположен во дворе, и даже боковые фасады у него тоже отделаны. Позже дом во владение перешел к Ивану Кузнецову, золотопромышленнику, разбогатевшему на торговле чаем и пушниной. Дом покупают в 1820 году, и тогда Кузнецов вновь проявляет себя как большой хозяйственник. Он скупает соседние дома, строит флигель, конюшню. Таким образом, здесь образовывается богатая городская усадьба – Кузнецовское подворье. Богатое было это подворье. Во многом благодаря тому, что сын Ивана Кузнецова Петр также умело вел дела отца. Не только возрос капитал семьи, но и уважение в глазах граждан. Петра Ивановича выбирают городским главой, а усадьба переходит к его жене. Пожар 1881 года, в котором пострадали практически все здания в Красноярске, не слишком коснулся построек Кузнецова. Так что дом Тюрепина на протяжении всей своей долгой жизни практически не изменялся. И продолжает и по сей день радовать красноярцев и гостей города. Наслаждались архитектурой Анна Троегубова и Денис Шабанов.